Он проехал по центральным улицам города к Московскому микрорайону, одному из самых заселенных в кубанской столице. Здесь живут почти 36 тысяч человек. При этом доступных парковок, кроме сдающихся в аренду или выставленных на продажу, здесь практически нет, обратил внимание мэра и застройщиков Вениамин Кондратьев. Это платная парковка. Это парковки, по которым мы будем предлагать жителям для либо в аренду, либо... Да. Парковочные места. То можно предлагать, конечно, выкупить парковочное место. А альтернативной парковки, как правило, видимо, нет. То есть или выкупай, или паркуй где хочешь. Это уже как бы твоя задача. Это все-таки реальность экономики, поскольку вы максимально хотите выжить с той земли, которую вы получили. Или это все-таки опять недоработка проектирования. То есть мне важно понимать, то есть как дальше реально людям здесь жить. А жизнь людей должна быть комфортной. Вениамин Кондратьев также посмотрел, как организована социальная инфраструктура микрорайона. В одном из филиалов поликлиники люди рассказали, что записаться к врачам по телефону здесь получается не всегда. А чтобы попасть на прием, порой приходится ждать целый месяц. На месте же Вениамин Кондратьев попросил мэра Краснодара разобраться в этом вопросе.